Сейчас мы будем подкрашивать куколки сапожки в тон нежно таким салатовым цветом. Совершенно нежно использовано всего два цвета в тонировке. Вот так мне вот захотелось. А в данной куколке такой какой-то нежно-салатовый. И красные цветы. Ну, белый я не беру. Белый он и есть белый. Очень аккуратно, практически невидимо. То есть, вот смотрите, это то, о чем я говорила. Первое слово — акварели. Он прозрачный практически. А для того, чтобы роспись была аккуратной, лучше делать только так. Потому что вы посмотрите, какой контраст. Юбка, да? Юбка сделано так, что более светлые оттенки переходят к более темным, да, к низу. Конечно же, это сделано в несколько приемов, потому что если вы возьмете очень много краски и положите эту краску сразу, например, на ботинки, она у вас может лечь неровно, она у вас может дать в одном месте более насыщенные такие в общем, густой очень цвет. И будет некрасиво, будет пятном. То есть первый слой акварели ложится очень прозрачно, очень аккуратно. И потом уже, как правило, это и вторая покраска, и третья покраска бывает, и четвертая, если нужна, да. Только лучше делать только так. То есть мы вот такой прозрачный слой положили. Он высыхает, я вижу, какой здесь тон, какой цвет. И дальше уже продолжаю работать с этим цветом. Вот обратите внимание, то, о чем я говорю. Варежки, да, вот какой-то там платочек и шапочка выполнены более светлым оттенком, а здесь переходы к более темному. И вот так же я сделаю переходы чуть-чуть на варежках, подтемню там кончики, как будто к тени. И ботиночки будут идти от светлого, потом к темному. Да, и в контрасте такие вот более темные стебли цветов и насыщенный, достаточно насыщенный красный, который я еще подтонирую пастелью, чтобы смотрелось так нарядно по-новогоднему. Вот такая девочка. Сейчас я делаю смесь для того, чтобы положить слюду, куда мне нужно. Я хочу все-таки чуть-чуть закрепить поверхность, и чтобы у меня слюда держалась. А вообще со слюдой очень редко работаю, но вот данная игрушка, она прям просится, чтобы была слюда, чтобы было мерцание. А к слюде я добавлю еще кое-что, чтобы был эффект прям камешков снега. Это мой секретик, я его не буду раскрывать, но будет очень здорово. Такая засахаренная коробочка будет у девочки. Так, подготовила я свой растворчик волшебный. Беру игрушку. И, допустим, мне нужно положить по шапочке слюду. Такой маленький кусочек. Слюда бывает разная. Она такая вот, она достаточно, не знаю, видно будет или нет. Сейчас я подвину и посыпаю аккуратно. Надеюсь, что будет видно потом в видео. То, что упало, я хочу использовать еще разок. Поэтому я все делаю вот так вот аккуратнее. Вот, и она блестит. Шапочка покрыта слюдой, ее белая часть, да, это как будто снег искрится. Единственное, что вот здесь вот есть какие-то более большие кусочки. Мне это не нравится, я не хочу никаких больших кусочков. Я это снимаю. Я хочу, чтобы моя игрушка искрилась мелким-мелким таким пыльцой. А я знаю, что слюду просеивают перед употреблением. Да, и так тоже можно делать, ее просеивать. Но мне просеивать некогда, к сожалению.
И я просто смотрю уже вот по факту, что тут осталось, что не осталось, какие большие кусочки, какие меня устраивают, какие меня не устраивают. Я их просто аккуратненько снимаю. А вот. Ну, я думаю, что многим, конечно, интересны подробности, но подробности мы будем открывать уже в нашей группе «По дороге к мечте». Будем все это смотреть, будем делать. Сейчас я буду покрывать Людой ее пальтишко. То есть я решила, что я вот так вот оставлю эту куколку. Вот таким сочетанием, очень таким деликатным, зеленого с белым. Мне кажется, очень красиво. Что? Здорово. А панда сюда не влезет. Ну ничего, малышка. Зато маленькие пандочки там могут. Да, там, да, кстати, даже две подушечки. Да, мамочка шила. Если что. А вот я тебе еще пушистенькое одеяло с совками давала. Его тоже можно накрыть, чтобы тепло было. А ты еще когда-нибудь не будешь шить одеялки? Ну, когда-нибудь, да. Может, тебе обогреватель включить? Там не холодно, мать? Да, включи, включи. Точно? Пандочка вся холодная. Нет, пандочка холодная или ты холодная? Вообще-то, ну, можно включить. Ладно, сейчас. Ну вот, я покрыла очень деликатно ее снегом. Я люблю этот эффект, именно как будто только что упал снежок. Не знаю, вот здесь вот я отвернула лампу специально. Во-первых, чтобы вы увидели легкое мерцание. Вот здесь вот виднее, что кусочки снега лежат на цветах, так и вот как крупинки. Наверное, здесь не очень хорошо все-таки видно. Очень аккуратненько это все, и тоже чуть-чуть снег припорошил, чуть-чуть ее рукава сверху, да, все как у людей, никаких излишеств. Вот здесь вот он лежит крупинками, он только начал падать на шубку, на шапку. Ну, в общем, возможно, видео не очень видно, а вот в натуральную виде все очень видно. У девочки золотые волосы, у нее голубые глаза, алые губы. Все это подрисовка, дорисовка, все это делает игрушку более выразительной. И что я хочу сказать, что каждая деталь дополняет друг друга. То есть, если золото у нас есть в верхней части игрушки, обратите внимание, в середине я тоже добавила золото. Это поясок такой легкий, и вот букетик веревочка перевязывает. И по краю юбки тоже легкая-легкая совершенно каемочка золота, то есть чтобы все было уравновешено. И вот мне кажется, когда вы делаете свою игрушку, смотрите, чтобы все детали были умерены, чтобы они были уравновешены между собой. В данной игрушке были использованы те же приемы, что и в предыдущей. Это и слюда, и умеренный снег.
очень так искрится хорошо. Юбочка тоже имеет кант золотистый, и ленточка подарка, и ленточка пояска. Вот, осталось только сделать игрушечкам подвес, и они уже готовы к поездке. Поддавшись общей краскомании, вот голоса у меня нет, решила я тоже себе накрасить ваты. Люблю, когда она лежит у меня. Пошла я в Fix Price, купила я вот такие краски. Акварель, самая простая, сколько-то, 70 рублей, по-моему. Что мне понравилось? Вот такие вот цвета. Их очень много, и они такие красивые. Такая вот акварель гамма. Взяла я, получила прекрасный голубой, замочила, и вот такой вот терракотовый. Вот, буду ждать. Эксперимент продолжается. Вот что мне не нравится в этих красках. Буквально вот несколько мазков, ну, для одной кюветы, да, чтобы цвет был насыщенный. Все, вот если вы видите, вот голубой, он практически уже там дно. То есть действительно, вот как Лена говорила, вот таких красок на раз. И еще мне не очень нравятся вот эти яркие цвета. Они слишком яркие. Поэтому я сейчас буду проводить новый эксперимент, я буду их приглушать. Провожу очередной эксперимент по покраске ваты. Вот такой я купила колер. Просто для эксперимента мне интересно, что получится. Он на водно-дисперсионной основе, и в составе его нет никаких химических и вредных ингредиентов. Буду смотреть, вот интересно, что получится. Так, колер был сиреневого цвета. Мне захотелось очень сиреневый, какой-нибудь такой нежный. Вот такая насыщенный сиреневым цветом жидкость, в которой мы положим вату. А второй я пока оставила вот без колера. Наверное, я туда совсем чуть-чуть положу и посмотрю, что будет происходить. Вот такие у меня черничные берега прям получились. Прям вот темные-темненькие вата. Вот интересно, что получится в итоге, когда она высохнет. Мой эксперимент по окраске ваты продолжается. Честно говоря, мне не очень понравился краситель, который я вам показывала вчера. Хотя цвет у него и такой насыщенный, очень красивый. И я вернулась к своей любимой акварели. И посмотрите, какие она дает потрясающие цвета. Все-таки моя любовь к акварели, она навечна, я думаю, и неистребима даже акрилом. Смотрите, тут и такой нежно-салатовый оттенок, и такой более насыщенный зеленый новогодний цвет. Это не голубой, это даже какой-то оттенок голубого, бирюзовый, очень красивый. И вот этот вот цвет меня прям он вдохновляет. Знаете, он такой коричневато-рыжеватый, вот под цвет как раз моих белочек. И я вот стою и соблазняюсь, и думаю, может быть, сделать их из окрашенной ваты моих традиционных белочек, попробовать и посмотреть, как они будут выглядеть. Сегодня в кухне я буду делать груши. Две вот таких вот чудесных груши. Слышите, как они шуршат? И голос у меня наконец-то появился хоть немного. Спасибо всем, кто присылал свои добрые пожелания. Две груши. Выполнены они будут в разных техниках. Одна с использованием клея ПВА, а вторая полностью на крахмале. Одна будет расписана акварелью, а другая совершенно полностью будет вот из такой чудеснейшей. Смотрите, какая мягкая вата. Вот эта зеленая, салатовая даже. Есть еще зеленая, желтая, оранжевая, они сушатся. Вот как Лена Маркелла учила нас вату красить, вот я ее накрасила. Вот такая она классная получилась. В общем, вторая груша будет вот полностью такая вот из такой вот ваты разных цветов декорирована и полностью на крахмале. А вторая будет расписана акварелью с добавлением клея ПВА. И, скорее всего, на следующей неделе, может быть, в пятницу, будет мой экспресс-мастер-класс, где мы сделаем вот такие две груши в этих техниках. Ну, я и напишу еще подробнее об этом.
Мои чудесные груши сделаны. Вот они. Это сделано на крахмале. Вот она сейчас зелененькая. Я буду ее тонировать еще желтой или оранжевой ватой. Я посмотрю. И еще ставить на ней такие интересные точечки, как бывают у груш. Но это мое ноу-хау такое небольшое. И я буду экспериментировать. Вот беленькая груша. Она сделана с клеем ПВА. То есть не полностью на клее ПВА. Но она смесь крахмала покрыта и клеем ПВА. И я ее вот выгладила. Она такая ровненькая. Вся очень хорошенькая. У нас я еще буду ее дорабатывать, конечно, после того, как высохнет. То есть вот смотрите, я сделала заготовку сначала, получается, да, как бы это первый этап работы. Теперь я эти заготовки я доработала, конкретно груши. Я хочу, чтобы они были гладенькие, аккуратненькие. То есть это уже второй этап работы, и мне нужно будет, чтобы они высохли, конечно же. И зелененькая, и белая груша. Вот. И потом я уже снова начну с ними работать, то есть дорабатывать цвет ваты цветной и дорабатывать цвет акварелью. Затем я буду делать грушам листики, дорабатывать хвостики. То есть это все еще будет не один этап, я думаю, у нас такой. Сделала вот на заказ еще таких гусиков. Смотрите, гусик-малыш по сравнению с оригинальным видом. Это тоже будет гусик из заказа, из другого. А это вот такая вот маленькая будет игрушечка. Она еще не доделана, и цветочки не доделаны. Вот в таком вот состоянии. Сделана она тоже из смеси крахмала и ПВА. Достаточно жесткая. Но здесь это предполагается. Особенно вот крылья, потому что они должны быть плотно держаться на теле, они больше ничем не закреплены, но немного закреплены там внутри. Вот такая будет морская, такой гусик очередной с матами. Чего? Ручки вытри, пожалуйста. Я знаю, что ручки не вытерла. Давай, давай. Ну вот начинается. Давайте водички налим. А? Ну я сачок хотела. Я понимаю, что ты хотела. А ты очень много хочешь. Просто да, целыми можно. Днями. Пилаш. А я сказала, разве можно? Я тебя просила ничего не просить у меня. Просила? Вась. Я очень рада, что ты не слушаешься маму. Смотрите, какой милый картонаж. Или я даже не знаю, как его назвать. У меня вот такая картонная, довольно простенькая фигурка, доработанная ватой. Ну, она еще не целиком сделана. Я ее хочу немножко оттонировать акварелью, покрыть слюдой. Будет вот такая очень симпатичная девочка.